Восеньская призывная кампания у Беларуси уваходит в финальную фазу. С 24 кастрычника тыя, чья годность до воинской службы была подтверждена, отправятся у воинские части по всей территории Беларуси. Как поведомил подчас пресс-конференции военный комиссар в области Александр Горошкин, это каля 1500 человек с Могилевщины. Военный комиссар в области подкреслил непростую военно-политическую ситуацию у Тымлику на межах Беларуси. Але по словах Александра Горошкина, призывная кампания с сучасными выкликами ничего агульного не мае. Это плановое мероприемство, рыхтуются до якого на протягу усяго года. Армия на сегодняшний день, она не создана для того, чтобы воевать. Она создана для того и содержится, чтобы предотвратить войну. Как-то я вижу, что у мальчишек, у девчонок, у них не понимание. Ну как человек в погонах и не воевать? Смысл немножко более глубокий заложен. А военный комиссар в области терминовую службу так само проходил. И у день батьки парады делится так само по-батьковску. Совет может быть, наверное, только один. Честно, добросовестно служить, защищать своих родных и близких, не бояться трудностей, которые на первых порах, безусловно, будут. Знать о том, что нашу семью, наших родных и близких никто, кроме нас, защищать не будет. Вот с этой позиции нужно подходить к службе в вооруженных силах. Зараз у районах и городских комиссаратах завершается праца подбора призывников. Хардия Егорова, Виталий Вопсев, новини региона.